Можно задать тебе вопрос? Ты скучаешь по земле? Эти бесконечные небеса, безграничное воздушное пространство, вода до самого горизонта. Живя всю жизнь под куполом, даже сама мысль об океане кажется невозможной. Они — общество, которое трудится, чтобы превратить безжизненный камень в сад. Мы создали сад, и мы его вымостили. Однажды все изменится. От сценаристов «Дитя человеческое» и «Железный человек». Земля и Марс наступают на горло первым умам уже сотни лет. Подпольные организации. Будь осторожнее в своих смелых планах. Соединяющие мосты во Вселенной. Мы все в одной лодке. Мы здесь боремся за нечто очень ценное. Они построили свою солнечную систему на наших горбах, пролили кровь миллионов наших братьев, но, по их мнению, мы уже даже не люди. Небеса, помогите своим врагам. Небеса, помогите нам всем. Земля должна быть первой. Если мы проделали весь этот путь в темноте, почему бы нам не взять с собой больше света? Пространство в 2015-м на Sci-Fi.